Уважаемые зрители, сегодня мы с тяжелым сердцем обращаемся к вам с одной из самых горестных новостей этого года. Сегодняшний день стал временем потери и печали. Мы с грустью сообщаем, что народный артист СССР, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт, скончался на 90-м году жизни. О трагическом известии сообщил художественный руководитель театра сатиры Сергей Газаров. Это тяжелая утрата для мировой культуры, потому что сегодня ушел один из последних великих актеров старой школы. Ширвиндт оставил после себя богатое наследие и множество ярких образов, которые навсегда останутся в сердцах поклонников его таланта. По данным СМИ, причина смерти 89-летнего актера пока неизвестна. В социальных сетях уже выражают соболезнования семье артиста. В последние годы Ширвиндт действительно испытывал серьезные проблемы со здоровьем, что стало предметом обсуждения в СМИ. Александр Ширвиндт – это не просто имя, это символ российской культуры, чье творчество навсегда останется в истории искусства. Его обаяние, талант и преданность искусству делали его великим не только на сцене, но и в сердцах миллионов людей. Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Александра Ширвиндта в этот трудный период. Его уход оставляет огромную пустоту в сердцах всех нас. Пусть его душа отдохнет в мире, а его творчество будет вечно жить в наших сердцах и памяти.